Всю эту еду я взял в Бургер Кинге абсолютно бесплатно. О том, как это сделать, в этом выпуске. Всем привет, дорогие друзья, с вами Митя Хэт, канал Читмил. Доставайте ништячки, присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Вчера вечером в ленте ВКонтакте я увидел, что в Бургер Кинге киберпонедельник, и у них появились купоны на скидки аж 50%. Ставь лайк, если любишь купоны и хочешь, чтобы видосы про них выходили почаще. Эти купоны действуют всего 2 дня, сегодня и завтра. Поэтому я приехал в Бургер Кинг пораньше, с утра, чтобы все это потестить. Тем более, что все мы помним, как пару раз они нас все-таки разводили с шоколадным вопером и бургером Шафутин. Верить нельзя никому. Но прежде чем мы начнем, я хочу порекомендовать вам канал Street Food Обзор. Обзоры на секретные места, интересные мероприятия, связанные с едой, интервью с создателями фудтраков. И, конечно же, они тестят еду. Канал активно развивается, так что переходи и подписывайся. Все купоны киберпонедельника, конечно же, находятся в приложении. Burger King активно продвигает свою прилажку, так что двигаем туда. Я закажу все эти купоны, а их здесь аж 7 штук. 6 со скидкой 50% и 1 с вопером, но скидка по нему почему-то меньше. Видимо, кто-то пожадничал. Жму оформить заказ, оплата, как обычно, ебалами, и ждем, пока нам приготовят. Кстати, если вы еще не установили приложение Burger King, то при установке можете ввести промокод, который появится сейчас на экране, чтобы получить их легендарную картошку фри всего за 1 рубль. А также в приложении вы сможете накапливать ебалы и так же, как и я, есть бесплатно, ну а также пользоваться разными скидками и бонусами. Весь этот заказ вышел на 454 рубля 13 копеек, а если бы я брал все это по обычным ценам, то получилось бы 832. Это я сэкономил бы почти 400 рублей. Ну это если бы у меня не было ебалов. Всем, кто собрался вместе со мной перекусить, я желаю приятного аппетита. Давайте посмотрим. Я взял пол-литровый стакан для безлимитных напитков за 44,95, а обычно он стоит 89,90. Меня тоже подбешивают их цены с копейками, но я буду озвучивать все как есть, чтобы все было по-честному. Короче, если кто не знает, то в Бургер Кинге ты покупаешь стакан, и с этим стаканом можешь хоть сколько раз подходить к автомату и наливать себе холодные напитки. Так что, по большому счету, объем стакана роли не играет, а по цене они разные. Еще я взял кофе за 29,95 вместо 59,90. Кофе у них, кстати, хороший. Здесь у меня chicken free, это такие куриные палочки в панировке. Мне просто как-то раз вместо 9 ложили 6 или 7. На лайв-канале есть про это видос, поэтому я теперь всегда проверяю. Я взял их за 64,45, а так они стоят 129,90. Скидон нормальный, chicken free тоже. Двигаем дальше. Стандартная картошка за 40-45 вместо 80 рублей 90 копеек. Это очень круто. Я очень люблю их картошку, и по сравнению с другими фастфудами она офигенная. Но если бы я платил за нее деньгами по полной цене, меня бы задавила жаба. А вот по скидке, да еще и за ебалы, это вообще зачет. Переходим к самому вкусному. Здесь у меня один ролл и два бургера. Цезарь ролл я взял за 87,95 вместо 175,90, и это тоже очень круто. Посмотрим. Здесь у нас курица, салат, овощи, лепешка, сыр. В общем, прикольная штуковина, особенно со скидкой. И остается у меня вопер, который я считаю самым лучшим бургером в Бургер Кинге. Кстати, напишите в комментариях, какой ваш любимый бургер. И его уменьшенная версия, которая называется Whopper Junior. Большой я взял за 125,93 вместо 179,90, а маленький за 59,95 вместо 119,90. Если сравнивать их вот так, то разница очень большая. А если взять просто Whopper Junior, то он все равно небольшой. Что касается вкуса, то вот этот, как всегда, офигенный, а вот этот слегка суховат, но по такой скидке нормально. Жаль, что все эти купоны всего лишь на 2 дня, так что успевайте. Вот такой обзор у нас с вами сегодня получился, надеюсь, он вам понравился. Ставь лайк, если любишь мои видосы, любишь вкусно и сытно поесть, и ждешь следующий выпуск. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и обязательно жмите колокольчик рядом с кнопкой подписаться, чтобы всегда быть в курсе, когда на канале выходит новый видос. А также подписывайтесь на канал Street Food Обзор. Кстати, на днях у них вышел видос про фудтрак, который называется Mother Tracker. Ссылка находится внизу под этим видео в описании. Ну а с вами, как всегда, был Митя Хэт. Увидимся совсем скоро. Всего вам доброго. До скорого. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях хорошие видосы здесь. И подпишитесь навсегда. И не ставьте пальцы вниз.